Юджин, открывай, это я! Делсин, привет! Ну что, тусуемся? Да, я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Если мы хотим навсегда выбить отсюда акул, надо четко показать им, кто здесь хозяин. Тот, кто прячется в кустах. На строительной площадке недалеко отсюда тусуется группа акул. Кому ты нужен? Начнем с них. Отправь туда своих демонов. Пусть устроит там филиал ада. Пока они под крышей, моим друзьям до них никак не добраться. Ну, понимаешь, габариты, крылья мешают. Так, врубился. Значит, нужно выманить акул на открытое пространство, и демоны их перебьют. Их надо вспугнуть как уток, да? Нет. Можешь сам их тоже убивать. Не стесняйся, мои друзья любят работать в команде. Ну, вот и я. Так, теперь загони их на крышу, и я помогу тебе с ними разобраться. Готовься! Жду тебя на крыше. Я избавлю тебя от этого парня. Спасибо тебе. Вы не за... Кажется, все. Эх, жаль, я не видел их лица, когда туда нагрянули мои друзья. А что тебе мешало? А, точно, ничего. Эй, Делсин, тут затевается что-то крупное. Я поймал сигнал. Какой сигнал? Юджин, ответь. Да, извини, Делсин. Так вот, похоже, акулы разговаривают... Не знаю, не исключено, что с Дес. Включи ту прогу, которую я тебе скинул в прошлый раз, и послушай сам. Я слышал, там нечисто. Иди глянь. Да, мы пока что отбиваемся, но насколько нас хватит, я не могу сказать. В скором времени нам точно потребуется помощь, иначе эту позицию не удержать. Мы все сделали в точности, как вы сказали. Но он теперь не один, вы же понимаете. Биотеррористы объединились. Мы с одним-то не могли справиться, а теперь их вообще не пойми сколько. Они атакуют с земли, с воздуха, бьют нас дымом и светом, и еще чем-то непонятным. Обещали, что в случае нужды к вам можно будет обратиться. Теперь мы рассчитываем на вашу поддержку. Найди, откуда идет сигнал. Надо закончить то, что мы начали. Что, всех убью, один останусь? Зло должно быть наказано. О, запел. Да я согласен. Юджин, нам все равно в одну сторону. Может, твои друзья меня подбросят? Божественные создания, это тебе не такси. О, это чувство. Разговаривают. Видимо, планируют что-то. Юджин, Дес тоже решили поучаствовать. Отлично. Нас выследили. Только что нас снова атаковала армия биотеррористов.
Поверьте, я не просто так говорю, армия. Это уже вторая подобная атака, и они опять превосходят нас числом и мощью. Департамента единой защиты есть понятие о чести. У нас был уговор. Вы обещали, что будете честно нас поддерживать, а теперь и пальцем не желаете пошевелить, в то время как нас рвут в клочья. Мы думали, что заключили союз с порядочными людьми. Но, честно говоря, я уже начинаю в этом сильно сомневаться. Помогу твоим парням отпинать Дес. Нет, Делсин, нет, иди на сигнал. Самое главное, убей акул. А Дес я обещал своим подданным награду за их старания. Я приближаюсь к цели. Твои друзья протянут мне руку помощи? Ну или крыло? Мы вместе до конца, Делсин. Ты же знаешь, пока не сгинут все акулы и слуги Деза. Мы верили, что вы наши союзники, товарищи. У нас общий враг, но вы отдали нас на растерзание. Я требую встречи. Нам нужно обсудить этот случай вероломства и предательства. Я еще питаю надежду. Нашел. Дэнни Парк. Акуб? Ну, я жду твоих друзей. Они вот-вот будут. Им надо было кое-что подобрать. И сейчас они сбросят груз. Для застенчивого парня у тебя очень извращенное чувство юмора. О, да. А вот и я с моими демонами. Делсин, это мои демоны. Я к ним ближе.
Юджин, можешь прислать еще демонов? Да, но на это уйдет время. Времени нет. Меня хватит минуты на две. Нет, нет, нет! Мы так не договаривались! Только не паникуй! Я так больше не могу! Юджин, спокойно! Юджин! Юджин, ты что, бросаешь меня на произвол судьбы? Я пришел! Юджин, это ведь ты? Правда? Ощутите всю ярость небесного пламени! Незабываемое ощущение, я гарантирую. Ну, ангелочек, добивай оставшихся. Юджин, когда все кончится, научишь меня своим трюкам? Ты недостоин! В ангельском обличии ты еще занудней. Типа того. Забавно. Устроишь небольшую бойню, и сразу как будто жизнь налаживается. Эй, я сделал мир лучше. Так что заслужил круг почета. И? Где твои друзья? Спасибо. Вкусно. Делфин, телек рядом? После Юджина всегда рядом. В новостях сказали, был взрыв на башне. Потом опровергли. Найди точку, откуда хорошо видно башню.